19 сентября, День Михаила. Воспоминание чуда святого архистратига Михаила в Хонах. Над источником чудотворной воды стоял храм святого архистратига Михаила. От его воды больные получали исцеление. Жил один грек, у которого единственная дочь была нема от рождения. Отец прилагал много стараний к исцелению ее немоты. Во сне к нему явился ангел и приказал напоить ее из источника. Сделав это, дочь проговорила: «Боже христианский, помилуй меня, святый Михаиле, помоги мне». День стал короче на 5 часов. Архистратига Михаила называют защитником умерших. Согласно преданию, он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама. Михаил охраняет врата рая. К нему обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых болезней. Именем Михаила называют и различные источники, обладающие целебными свойствами. Сегодня на Руси устраивали мирские брачины. Надо было предварительно поссориться из-за какой-нибудь мелочи, а уже за столом мириться и брататься, чтобы не конфликтовать в течение всего года. Приметы. На Михаила нельзя работать, Бог накажет. Тепло на Михаила в день знать, осень будет долгой. Если листья осины лежат вверх лицевой стороной, зима будет холодной. Если на деревьях сегодня осел иней, зима будет снежной. Сегодня мы с вами на целебной кулинарии разберем такой удивительный продукт, как клюква. Действительно, продукт непростой. Вот. Вкус, как мы все знаем, у него кислый. Свойства мочегонные, жаропонижающие, жажда утоляющие и, самое важное, бактерицидные. Итак, мы с вами сделаем сначала клюквенный морс. Мы с вами сначала приготовим воду. Водичку берем как можно чище, для того, чтобы она еще лучше у вас работала. Опускаем сюда кусочек кремния. Опустили. И оставляем настаиваться в течение ночи. Водичка настоялась. А лучше вообще кремнию водицу делать заранее. Большую емкость взять, литров на 5, на 10. Опускайте такой кремушек, и он у вас стоит. Стоит эта водица, ну, примерно там недельку. Вы ее пользуете, доливаете. И в итоге у нас получается прекрасная кремниевая вода, обладающая целебными свойствами. Так вот, водичку мы сделали. Теперь начинаем использовать клюкву. Для этого я воспользуюсь блендером. Набираем клюковки в блендер. Вот. Клюковка свеженькая. Отличная должна быть. Ну и хватит. Теперь мы с вами заливаем воды, нашей воды, которая настоена на кремнии. Вот, водичку залили. Закрываем. И все это размешиваем. Стоп, размешали. Теперь попробуем, какой у нас имеется вкус. Вкус, конечно, будет такой кислый. А хотелось бы, чтобы вкус был приятный. Ну, допустим, кисло-сладкий. Наливаем. И пробуем. Да, приятно, а? Вкус, а кислый напиток.
Для того, чтобы усилить действие этого напитка, чтобы он был вкусный не только тем, кто любит кислый вкус, но и детки, мы сюда добавим меда. Много не надо, но так примерно столовые ложки 2. Вот, добавили. И еще разок все это мы с вами перемешаем. Доливаем оставшуюся воду. Долили. Камушек. Показываем, какой камушек. Видите, какой он? Различные грани. Великолепный кварц, который структурирует воду так, как положено, делает ее уже бактерицидной, плюс клюква, обладающая мощными бактерицидными свойствами, еще все это усиливает. И перемешиваем. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!